Задание будет. Зовут Валентин. Валентин, да. Мы тут специально, я всех, так скажем, с ним познакомился, кого-то вспомнил, придумал разные задания. О. Хорошие, дурацкие, любые у нас. Так. Давайте легкое задание. Давай. Что это? Можно для него потяжелее. Да. Вы придумываете. Да, он талантливый. Девчонки, кто даст задание? Он талантливый. Да. Ну да, давайте. Посложнее придумать? Да, посложнее. Девчонки, он вообще уже артист. Он артист и талантливый, и пусть он нам делает следующее. Мы должны тебе все зааплодировать, делай, что хочешь. Это задание? Это задание, ты должен нас заставить зааплодировать. Все? А мы как зрители? Да, мы зрители. Ух ты. Он хоть и добрый, но все разные. Я, кстати, придумала бы полегче. Давайте полегче. Нет, ты уже... Ну, в общем, смотри, да, получается так. Он может делать все, что хочет, да? Вот. Главная задача, чтобы он заставил всех хлопать. Всех да. Тебе аплодировать. Можешь делать все, что будет. Все, давайте. Поехали. Включайте. Начали. Вы договорились о чем-то, Я так и знал. И теперь я понимаю, что вы в моей власти! И пока я не захлопаю, вы хлопать не будете! Ты придумала задание, что ты не делаешь-то? Делай, да. Ты сразу понял? Я сразу понял, да.